Катя Семенова. Не знаю, за что мне такие испытания. Легендарная певица потеряла всех близких. Она испытывает чувство несправедливости и обиды. Катя Семенова – фигура на отечественной эстраде уникальная. Написанные ею композиции исполняют Лариса Долина, Тамара Кверцители, Лолита Милявская и другие звезды. А сама она прославилась песней «Чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил», которая гремела на весь Советский Союз. Когда я начинала путь на эстраду, меня мало кто верил, призналась артистка в интервью Дниру. Говорили, мол, ПТУшница, попоет 2 месяца и пропадет, ничего такого в ней нет. Будучи секретарем-машинисткой ветеринарной клиники, она стала лауреатом всесоюзного конкурса молодых исполнителей «Золотой камертон». Но шли годы, и сегодня я понимаю, что сделала довольно много. Мало кто знает, что вне сцены жизнь певицы отнюдь не безоблачная. Я получаю около 14 тысяч рублей пенсии. Иногда выступаю где-то, музыку сочиняю, так и живу.